У жаночай команде гандбольного клуба «Гомель» шарговое пополнение. Состав девчих чемпионок краины узмацнила славенка Уршка Мурн. С новичком познайомился Максим Савин. Гульнявое амплуа 26-годовой гандболистки, правая вугловая. Ранее она выступала за мощнейшую команду Словении «Крим» и французский «Серджим». Перед переходом у «Гомель» Уршка гуляла за славянский «КРК» с нового места. Над запрошением протягнуть карьеру в Беларуси долго не раздумывала. Тем больше, что гулять под керавництвом Томаша Чатера доводилось и ранее. Томаш Чатер потелефоновал мне и сказал, можешь приехать и гулять на высоком узроне. И я погодилась. Я его ведаю с 10 годов. Гуляла под его керавництвом еще у дитячих командах. Гомель – добрая команда с добрыми гульцами. И они помогают мне освоиться у новой краине. Посприяло переходу и то, что у Гомеля гуляет черногорка Алена Маркович, гандболистки и сябровки. По словам Томаша Чатера, после запрошения Уршки Мурн, задачу по комплектованию команды можно лечить выполненной. Сейчас на каждое место по две игроки. Пока еще будем видеть, что нам еще нужно, но пока это все. Если появится какой хороший полусредний и универсальный, который хороший играет в защиту, будем подумать. Если не будет, будем играть до конца за этим составом. Дебют Уршки Мурн в составе «Гомеля» может отбыться уже завтра. С пятницы по неделю в Минску отбудется третий тур розыгрышу Балтийской гандбольной лиги. За три дня гомельчанки проведут 5 матчей. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».